Добрый вечер, друзья! Как нас слышно и видно? Поставьте плюсики, восклицательные знаки. Привет, лидеры Орифлейм! Привет, привет! Сейчас, секунду. Сейчас Миша сделает нам преображение. О, вот так нас будет лучше, наверное, видно. Да. Да? Так мы ярче, интереснее, веселее. И мы с радостью открываем наш онлайн-банкет по случаю подведения итогов каталога номер 16 открытым. Тру-ту-ту-ту! Ура! Ура! Ну что, мы вас поздравляем с обалденным каталогом, который у нас закончился, и уже начался новый 17-й. И чтобы он прошел еще лучше, чем предыдущий, мы предлагаем сейчас поздравить всех с достижениями, с новыми результатами. И передаю микрофон Михаилу. Спасибо, Лиля. Итак, 16-й каталог у нас был очень потрясающие, много званий, много премий. И давайте начнем по порядку. Итак, немного статистики. Товарооборот нашей команды за 16-й каталог составил по России 750 тысяч рублей. В баллах 27 тысяч. Эх, не исправил. 877 баллов. Эх. Вот такая вот цифра. Практически чуть-чуть улучшили результат по сравнению с 15-м. Баллы Wellness у нас составляют 2704. В скобках вы видите результаты прошлого каталога. В нашу команду присоединилось за 16-й каталог 154 человека. Из них 39 совершили свой первый заказ. И 29 совершили свой первый заказ от 100 баллов и стали квалифицированными рекрутами. И за каталог номер 16 мы реактивировали 20 человек. Разбудили спящих. Да. И в 16-м каталоге мы заработали с вами по премьер-клубу. Участники премьер-клуба заработали почти 73 тысячи. Вам аплодисменты. Ребят, кто умеет хлопать, хлопаем. Не умеете хлопать, присылайте смайлики, восклицательные знаки. Другие бонусы – это 22 500 рублей. Объемную скидку заработали 149 986 рублей. Всего мы с вами заработали 245 435 рублей 11 копеек. По всем показателям превзошли каталог номер 15. Отличная работа. Итак, а давайте теперь посмотрим на количество новых званий в каталоге номер 16. Итак, первую ступеньку консультант 3% у нас достигли 41 человек. Супер, молодцы. Первый шаг, он всегда самый трудный. Следующая ступенька, уровень 6%. У нас покорили 24 человека из команды. Кто вышел на 6%, смайлики в чат. 9%, первая менеджерская ступенька, 23 человека. Круто, молодцы. На уровень 12% у нас впервые вышли 6 человек. Аплодисменты, это уже посерьезнее уровень. И туда уже дошли не все. И через ступеньку перепрыгиваем уровень 18%. По команде достиг 1 человек. Пока один. Но пока все один. Только начинается. Итак, премия «Турборост». Поздравляем участников премии. Участников программы. Мы сейчас прям быстренько. И это Мария Склиренко из команды Ольги Мальцевой. Маша у нас завоевала самую крупную премию 9000 рублей. Аплодисменты, Маша. Это Безумова Виктория. Она заработала за подтверждение за подтверждение уровня менеджер 15% премию 6000 рублей. Браво, Вика, молодчина. Нугаев Марат подтвердил уровень 12% и получает 3000 рублей свою вторую же премию. Ксения Орлова также подтверждает уровень менеджер 12% и получает премию 3000 рублей. Аплодисменты. Но впереди самое интересное, потому что чем выше поднимаешься, тем премии выше. И мы поздравляем Лямину Наталью с получением премии 1500 рублей. Уровень 9%. Наташа молодчина. А Наташа еще все впереди.
И поздравляем наших участников премьер-клуба, наших активных людей, которые совершают заказы от 150 баллов и выше. И количество участников премьер-клуба у нас неуклонно растет с каждым каталогом, еще больше и больше. И по итогам 16-го каталога 75 человек совершили заказы от 150 баллов и выше. Суммарно составили 14141 балл. Красивая личные покупки цифра данных человек. То есть у нас выросли и количество участников, и объем товарооборот данных участников. Ура! Давайте все дружно крикнем ура! И у нас есть топ-10 с личными заказами. И всего 10 человек сделали покупочки на 3955 баллов. Вот только представьте, еще таких 10 и целая директорская команда. Да. Представляете? Итак, первое место, лидер, это Склиренко Мария, личный заказ 798 баллов. Донского Булавцев 789. Наступаем на пятки. Алешина Наталья 356 баллов. Литкова Зинаида 326. Загидулина Анна 302 балла. Юху, молодцы! Безумова Виктория 300 баллов. Ган Мария 287. Егорова Анжела 268. Плотникова Люция 266. И Вертей Анна 263 балла. Обратите внимание, какая была напряженная борьба за последние три места. Да. Буквально считанные баллы. Круто. Они даже не знали, что боролись, просто делали с удовольствием заказы. И у нас продолжается, осталось еще 17-й и 1-й каталог, еще два каталога для окончания менеджерской конференции в Анталии. Для подтверждения квалификации на менеджерскую конференцию. В 2016 году. Которая, кстати, может быть, будет и не в Анталии. Может быть, в Греции. А может быть, в Дубае. Да. А может быть, еще где-нибудь. И у нас три кандидата. Это я, Булавцев Михаил и Безумова Виктория. Ура, я ура. Думаю, что мы точно поедем. У кого тормозит, отключите скайп, отключите все лишнее, ребят. Выключите компьютер. Посмотрите в записи. Да, давайте проверим немножечко связь. Как у вас слышно, видно? Поставьте плюсики в чате. Кто хорошо слышит и видит? По 10-бальной шкале поставьте цифры, насколько вы хорошо нас видите, слышите. А нас пока еще только 26 человек. Еще люди подтягиваются. Еще 1026 просмотров в записи. Ага, то есть, да, видите, связь у кого-то хорошая, у кого-то не очень. Значит, дело в вашем интернете все-таки. Ну, значит, двигаемся дальше. Да, я хочу представить команду Татьяны Гамоля. Танюш, ты здесь, отзовись. Татьяна, личный заказ 216 баллов, групповой 388. А я хочу сказать, что команда Татьяны Гамоли – это пятая ветка нашего лидера Донского и Лилии. Да-да-да, и мы сегодня взялись за нее уже круто, да, она крутышка, и я хочу поздравить очаровательную девчоночку, это Щедрина Вера, она прошла второй шаг стартовой программы и сделав личный заказ 151 балл, вот кто у нас крутой, да, Вер? Молодчина. Поздравляем. Как ты это умудрилась сделать? И я хочу поздравить Абрамову Юлю. Эта девочка случайно зарегистрировалась в мою команду в первый уровень. Да, ей сайт предложил три номера, а она выбрала мой. Мне повезло. И она прошла первый шаг стартовой программы. Юля, супер! Или это Юле повезло? Нам с ней повезло. Да. Да. Потому что ничего не бывает случайно. И один из таких крутых результатов каталога номер 16 – это вырос новый менеджер 18% Михаил Булавцев. Миша, я тебе передаю микрофон вместе с поздравлениями. Ребят, давайте поздравим Михаила. Я считаю, что это достаточно хороший результат для полицейского. И надеюсь, что ты уже в ближайшие 1-2 каталога откроешь уровень старшего менеджера. Спасибо большое за поздравления. Все наши достижения благодаря работе команды. То есть у нас работа идет командная. Один человек не достигнет никогда таких результатов лично. Итак, результаты нашей команды за 16-й каталог. Групповой заказ вместе с международкой составил 5054 балла. На слайдах видите, наверное, десятую, там, сотую долю моей команды, нашей команды. Всех отобразить нет возможности.
Но я обо всех помню и всех за всеми слежу, всех Пристально. поздравлю. Да. Итак, поздравляю своих активных новичков, которые присоединились к проекту в каталоге номер 16. Матвеева Елена с личным заказом 54 балла. Гороян Анаит 21 балл. Черемихина Наталья 18 баллов. Соломатина Юлия 23 балла. Махова Олеся 36 баллов. Нуралиева Оксана 27 баллов. Кто видит себя, кто видит своих партнеров, ставьте смайлики, поздравляйте. Квиквиния Дарья 15 баллов. Фарафонтова Лилия 25 баллов. Заляддинова Лира 23 балла. Вот такие вот активные у Умнички. нас новички в 16-м каталоге. Да, я И тебе помогу тоже озвучивать. давай. И мы хотим поздравить участников стартовой программы активных новичков, которые совершают из каталога в каталог больше 100 баллов личными заказами. Я хочу особенно поздравить Загидуллину Анюту. Она только пришла в проект и сразу личный заказ 302 балла. Прошла первый шаг стартовой программы и покорила уже премьер-клуб во всей его красе. Трухина Анечка, личный заказ 150 баллов. Первый шаг пройден, но впереди самое интересное. Азизова Айнура тоже прошла первый шаг стартовой программы. Это клиентка наша, мы ее пригласили в проект. Панарина Наталья, 150 баллов личный заказ. Да, пишет моя, моя. Тимуров Ильшат, личный заказ 102 балла. Так приятно вас поздравлять. Фомина Оля тоже прошла первый шаг стартовой программы. Молодчина. Вау, наш мужчина красавчик. Меркулов Андрей. Андрюшка, ты здесь? Поставь в чате смайлик. Я знаю, что это был очень желанный шаг, потому что ребята боролись за туалетную водичку Giordani Gold Essence, и они ее получат, ну, может быть, чуть-чуть задержкой, но они это сделали вместе с Иринкой. Молодцы. Крутой результат. Макаровских Юлия прошла первый шаг стартовой программы. И видите, так круто она его прошла. Сразу за два каталога супер результат. Хуснулина Алсу. Алсу, умничка, поздравляю тебя тоже с прохождением первого шага. Так держать и даже лучше. Юлия Попова. Тоже поздравляю, но у нас, к сожалению, мы не нашли фотографию Юлечки. Громова Ирина, 128 баллов личный заказ. Поздравляем. Разницын Евгений. Супер, поздравляем. Семейный бизнес Евгений и Наталья Разницыны. Вообще молодцы, ребята. Леночка Лукоянова, отзовись, ты здесь? Здесь Поздравляем. вот Да, поздравляет. прошла уже второй шаг стартовой программы. Лена просто мега супер. Я сейчас маленькую историю расскажу про Лену. Можно, Ленусь? Да, Лена с таким позитивом зарегистрировалась. Все, мы с ней поговорили. Вообще, я прям в нее влюбилась с первого взгляда. Думаю, какой позитивный человечек. Вот прям то, что нужно. Двое деток, такая прелесть. И вдруг на следующий день мне Лена пишет: я не буду здесь работать. Это не мое, не получится. Слишком долго ждать результата. Я расстроилась, честно, я, потому что уже к ней прониклась всей душой. Я так расстроилась, но я знаю, что уговаривать людей нельзя. И прошло буквально 3 дня, Лена мне пишет: создала две странички, посетила семинар, вебинар, послушала тренинг. Все, я в теме, я в работе. Да, и муж говорит против. А потом я говорю: почему ты передумала? Она говорит: а я подумала, подумала. А что я сижу? Все равно просто так же время бывает свободное. Ну, как получится? Лен, у тебя все получится, потому что ты умничка и супер позитивчик. Вау! Так держать. Очень весело. Поздравляем Васянину Татьяну. 101 балл. И прошла второй шаг стартовой программы. Оля Кубарева, личный заказ 100 баллов и получает соковыжималку, потому что это уже 4 шага пройдено. И у нас соковыжималку получает разница на Наталья с личным заказом 162 балла и пройден 4-й шаг. Вау! Прям супер! Поздравляем с такими выдающимися результатами. И я принимаю эстафету у Лили и продолжаем нашу Микрофон в поздравлялку. студию. Да. И я хочу отметить людей, которые вместе с нами заботятся о своем здоровье, о красоте, вместе с wellness.
Итак, видите на экране наших wellness-потребителей моей команды. Обжорки. Да, wellness-обжорки. Надо нас назвать обжорки. Кто витаминами, кто коктейлями, супами. И это еще не все. Мы, кстати, сейчас прям перед семинаром, перед праздником, мы с Мишей... Чуть ли не подрались из-за коктейля. Я забегаю на кухню, чтобы сбить себе коктейль перед началом выпить. И смотрю, Миша стоит себе, смешивает коктейль. Дрались из-за него. Листаем дальше. И хочу поздравить участников премьер-клуба, наших активных людей, которые забирают все скидки, все бонусы, подарки от компании, совершая заказы от 150 баллов и выше. Это Загидулина Анна с личным заказом 302 балла. Видите, какие объемные скидки и скидки по премьер-клубу получают наши участники. Это Абальмасова Оля с личным заказом 239 баллов. Это разница на Наталья, 162 балла личный заказ. Бахаева Екатерина, 157 баллов личный заказ. Лукоянова Елена, 152 балла личный заказ. Попова Юля, 151 балл личный заказ. Орлова Ксения, 150. А скидки какие, ух! Нугаев Марат, 150 баллов. Кулемина Валентина, 150 баллов. Личный заказ. Трухина Анна, 150 баллов. Панарина Наталья, 150 баллов. Вот такое вот у нас огромное количество людей, активных людей, которые берут от компании все. И даже больше. И да. Поздравляем с новым уровнем. 3% – это первая ступенька, самая сложная. И вы видите на слайде людей, которые вышли на этот уровень. Кто себя видит, ставим в чате смайлики и поздравляем друг друга. И сейчас мы выделим людей, кто действительно относится к этому серьезно и работает над построением карьеры. Это Аня Трухина. Это только первый шаг. Наташа Панарина. Меркуловы, Андрей и Ирина вышли на 3%. Групповой заказ 220 баллов. Такая очаровательная парочка. Юлия Соломатина. Юлечка только пришла в проект. Мы поставили цель выйти на 3%. И, как вы видите, буквально, наверное, у нас ушло на это неделю или полторы. То есть очень быстро вышло на 214 баллов групповой товарооборот. Хуснулина Алсу. Тоже только пришла и сразу вышла на 3% с групповым товарооборотом 182 балла. Слайды чуть торопятся, может, я их листаю быстро. Юлия Попова, групповой заказ, 196 баллов. И моя очередь. Ступень. Поздравляем людей, наших партнеров, которые достигли своей следующей ступеньки 6%, а кто-то из них достиг ее, сразу минуя 3%. Итак, кто видит себя в списке, ставим плюсики, смайлики, цифры, поздравляем друг друга. И конкретно хотим выделить отдельно, торжественно, Кулемину Валентину с новым уровнем консультант 6%, личный заказ 150 баллов и групповой 656. Именно своим примером нужно показывать команде, насколько активным должен быть лидер и все его партнеры. Загидулина Анна только присоединилась к проекту, сразу же вышла на уровень консультант 6%. С групповым товарооборотом 452 балла. Йоху, круто! Лукоянова Елена достигла следующей ступеньки по лестнице успеха. Консультант 6% с групповым заказом 593 балла. Уже на полпути к первому менеджерскому званию менеджер 9%. Сделаем, сделаем. И как раз менеджер 9%. Видите фамилии, у нас их тоже очень много. И отдельно хотим выделить наших активистов. Это разница на Наталья. Мы так об этом мечтали, планировали, все четко по плану. И обратите внимание на прирост Натальи. Прирост составил 111%. То есть по итогам 15-го каталога у Натальи было 452 балла, а уже по итогам 16-го 10 тысяч. 1020 баллов. Да. Отличный прирост. Желаем Наталье такого же темпа, даже еще лучше, еще больше. И мы двигаемся дальше.
Я хочу сказать, что у Наташи двое маленьких детишек. Если кто-то говорит, что нет времени, нет возможностей, на самом деле, ребят, было бы желание, и будет рост, и будет карьера, и все. И мне очень нравится то, что Наташу поддерживает муж. Это очень круто. А сейчас мы передаем микрофон следующим командам. Сейчас у нас будет выступать команда Ольги Мальцевой. Вот только все подписали одинаково свои. Что? Ну, да, я скажу. Да. Пока ты еще. Я желаю всем, не только своей команде, но и всем участникам нашего проекта огромных успехов, огромных товарооборотов, огромного количества новых партнеров, больших зарплат, премий и, конечно же, новых званий по итогам 17-го каталога. И любви. Передаем микрофон нашему старшему менеджеру Ольге Мальцевой. Ребят, встречайте бурными аплодисментами. Как меня слышно? Плюсики поставьте. Ага, спасибо за аплодисменты. Слышно. Ага. А можно, пожалуйста, слайды перелистнуть? Ага. Итак, давайте подведем итоги нашей команды. У нас вообще суперский результат был в 16-м каталоге. А слайды можно прямо побыстрее. Хочу всем пожелать в 17-м каталоге, он предновогодний, он будет, наверное, самый прикольный, самый замечательный. Вот. У нас классная команда, у меня классные менеджеры. Я хочу, девчонки, моим менеджерам, моей команде пожелать таких же результатов головокружительных, чтобы ваши менеджеры были самостоятельные, чтобы вам их не пришлось долго нянчить. Вот. Желаю, чтобы быстро-быстро все поднимались по карьерной лестнице, как мои девчонки. На слайде вы видите команду менеджеров. Кто себя видит, ставьте смайлики. Кто себя не видит, девчонки, поздравьте. Это люди, которые в основном все входят в премьер-клуб, все входят в золотой премьер-клуб, то есть делают классные-классные продажи, не только групповые, но и личные. Съехала, но этот слайд посвящен нашей умнице, красавице, активистке, пионерке и мамочке своего сыночка. Маша Склиренко, которая у нас подтвердила звание 18%, получает премию 9000 рублей. Аплодисменты в чате, смайлики. Машка, молодец. Вот такой вот я не могла другую картинку просто подобрать. Поздравляю также закрытием каталога мою команду Украины, спонсор Оля Егоренко. Пока еще неизвестно, какие результаты, они у нас будут чуть позже. Следующий слайд, пожалуйста, девчонки, если кто видит себя на слайде, тоже смайлики. И следующий слайд. Манди, люди, которые у нас прошли второй шаг стартовой программы. Они у нас получают, как обычно, за второй шаг премию, да, премию от 200 рублей. И эти шаги прошли Александрова Ирина, Позднякова Лидия, Грекова Ирина, Негай Кристина. Все у нас они практически из команды Александрова Ирины. 50% скидка на любимый продукт и денежки на счет капают. Следующий слайд, пожалуйста. У нас эта команда пока еще в интернете не работает. Девчонки работают по теплому рынку. И первый шаг стартовой программы у нас прошла Наталья Ларина. Она у нас туалетную воду, либо замену, это уже на ее выбор, две туалетные водички, либо Giordani Gold, также 50% скидку и денежки на счет. А
главный участник проекта у нас Иванова Евгения, которая у нас еще в школе учится. Она, по-моему, наших спонсоров, менеджеров, которые такие, как Маша Скляренко, по-моему, тоже у нас не прошла стартовую программу за то, какие показывает сейчас результаты. Все еще впереди, Женя. Следующий слайд. Участники стартовой программы. Это у нас, по-моему, слайд команды Марии Скляренко. Марина, это Лиль, попрошу слайд, пожалуйста, переключить, потому что, скорее всего, это с прошлого каталога слайд. Да, потому что у нас поздравлять свою команду Мария Скляренко будет на отдельных слайдах, на своих. И поздравляю, объем продаж нашей команды вместе с международной группой составил более 300 тысяч рублей. Все мы это сделали вместе. Поздравляю. Хорошо. Давайте слайды. К сожалению, я эти слайды не видела. Вот такие вот новогодние, сказочные. Действительно, Маша делает со своей жизнью сказку. Спасибо огромное ее маме, которая ей помогает, что подарила нам такого партнера. Вот день рождения сегодня у Люды Викулиной. Маша поздравляет. Давайте смайлики. Людмиле всего хорошего в жизни, успехов в проекте, чтобы все было очень супер классно. Классные слайды Маша сделала, придумала в морозной такой сказке. Давайте поздравим новичков, которые прошли шаг стартовой программы. Это Стяжкина Светлана, Аня Чубарь. Девчонки, трудно выговорить фамилию. Аюна, 160 баллов, сразу премьер-клуб, сразу 3%. И Октябрина Ичанга. Прошу прощения, если что, за ошибки в фамилиях. Просто это для меня. У меня слайды не хотят переключаться. Как меня слышно? Давайте проверим звук. Поставьте, пожалуйста, с циферки от 1 до 10. И у меня перешел слайд «Второй шаг стартовой программы». Программы «Добро пожаловать» прошла Ирина Хазиева. 177 баллов. Вот такие вот результаты у нас делают новичков. Новички. Но, видимо, это непростые новички, которые у нас делают 177 баллов. У кого звук прерывается, отключите видео. Третий шаг стартовой программы. Добро пожаловать. У нас прошла Зверева Виктория, 106 баллов. И Соломатина Кристина, 153 балла. И премьер-клуб. Лица у нас повторяются, уже говорила об этих девчонках, которые творят чудеса. А Мария Скляренко, Наталья Алешина, Безумова Виктория, Ган Мария. Аплодисменты. Сегодня вы уже видите их не раз. Думаю, еще не раз увидите на слайдах. Это просто ключевая команда Марии Скляренко. А также в премьер-клуб прошли Октябрина и Аюна. Это у нас теплый рынок. Виктории Безумовой. Новые консультанты 3%. Первая ступенька нашей лестницы успеха. Это Октябрина, это Светлана Стяжкина и Аюна.
трехпроцентники наши. А есть у нас уже и шестипроцентники. Это ой, шрифт Маша подобрала, чтоб я глаза сломала. Хозяева Ирина, не твои. Я думала, это все твои, Вика. И Анна Чубарь. Машка, я с ума сойду с таким шрифтом. Я плохо уже вижу. И новый менеджер, 9%. Я желаю Марии Ганна в этом каталоге перейти на другую ступеньку, но как минимум подтвердить этот уровень и получить премию за 9%. Мария Ган, молодец. Маша, жди, скоро придет тебе диск, потому что Маша у нас на Камчатке. Почтой отправила диск Марии Ирины Волковой, и сейчас, по-моему, находится этот диск в Екатеринбурге. Скоро придет к тебе, жди. Новая менеджер 12%. Это наша Катенька Субботина, которая у нас в проекте уже давно. Мария Бронская. Групповые баллы. Я же сама офигела, честно. 293 у Марии и 266 у Кати. Супер. Девчонкам, наверное, даже и не снилось, что у них вот так бац и 12%. Не за горами и премия. 6 тысяч рублей, вернее, 3 тысячи рублей. И аплодисменты. Вик здесь у нас в комнате. Завалите смайликами наш чат, потому что это сенсация, можно так сказать. Это супер результат, это мега результат. Правильно, Лиля, мега результат. Виктория Безумова подтвердила уровень 15%. Получает премию 6 тысяч рублей. Следующий уровень 18% и старший менеджер. Самые активные новички. Это у нас Наталья Матвейкина. Первый заказ 43 балла. И причем включилась в работу и начала обучение. Лучшие у нас рекрутеры, как всегда, на, можно так сказать, на этих людях у нас держится команда. Я думаю, скоро девчонки обязательно проведут вебинар и поделятся своим секретом. Это Безумова Виктория, 7 личных регистраций, и у Марии Ган 4 регистрации, 100% переход, 4 Q-рекрута. Вот так вот. Очень качественная работа. И тут Маша поздравляет всех с наступающим, видимо, Новым годом. Я не буду читать, потому что я все равно ничего не вижу. Я так понимаю, что это какие-то слова напутствия. Да, решила меня добить. Хоть я сегодня и в очках, но я все равно не вижу. Все, огромное всем спасибо за внимание и передаю слово следующему. А, команда Виктории Безумовой, прошу прощения. Вика, ты будешь брать слово? Я хочу, чтобы ты брала. Все, спасибо. Ребят, внимание на экран. Я вам представлю успешную команду Вики Безумовой. Мне очень нравится. Нас слышно же, да? Не огорчайся, не ной. Поставьте плюсики, что нас слышно, а то у нас бегуночек не бегает. Были плюсики. А, были плюсики. Были. Продолжаем. Викина команда в основном состоит из теплого рынка. Поэтому, да, внимание, на экран не перестаем удивляться новым результатам. Итак, первый шаг программы «Добро пожаловать» прошли Чупрова Жанна, Литкова Зинаида сразу с заказом 326 баллов, Жданова Мария и Юсупова Татьяна. Девочки, вам аплодисменты, супер, молодцы. Научите, как вы это делаете сразу. Второй и третий шаг стартовой программы «Добро пожаловать» прошли Воробьева Ольга, Воробьева Марина, Чупров Геннадий, Шкатов Дмитрий, Воробьев Сергей и Валей Юлия. Активные новички, активно проходят все
Шаги и стартовые программы. Круто, молодцы, так держать. И премьер-клуб – это заказы от 150 баллов. И тут Литкова Зинаида, 326, Виктория Безумова, сама зачинщица этого успеха, 300 баллов, Талеева Мария, 173, Талеева Вероника, Шкатова Рима, Юсупова Наталья, Валей Ольга и Чупров Геннадий. Как объяснила Вика на своем семинаре, что просто люди понимают выгоды размещения заказов не на 100 баллов, а именно на 150. У них очень дорогая доставка. И поэтому выгоднее сделать побольше, постараться набрать заказы, чтобы окупилась доставка и еще остались маленькие приятности. Так что да, важно объяснить, что человек получит от этого. Выгодно сделать заказ побольше, чтобы он оказался для тебя дешевле. Да, вот так вот. Точно. Так, следующий слайд. Мы поздравляем с новым достижением. Это менеджеры 9%. В прошлом каталоге мы их поздравляли с уровнем 6%, а сейчас это уже 9% менеджеры. Это Валей Устина с личным заказом 84 балла, а групповой 1016. Шамшиева Нина, тоже личный заказ 80 баллов, а групповой 932. Конечно же, да, тут работа непочатый край. Нужно уже научиться делать личные заказы 150 баллов. И поздравляем с достижением нового уровня менеджер 12%. Валей Ольгу. Валей Ольга личный заказ сделала 160 баллов и групповой товарооборот 1807 баллов. Круто, поздравляем, молодчина, так держать. Вика, потрясающие результаты. Я представляю, как ты гордишься своей командой, как мы гордимся вами. И мы вам желаем вот с таким же темпом классным. Получила планшет! Ура! Отлично, супер! Да, у нас Оля Валей, победительница акции, которую мы организовывали с Мишей, и она одна из всей команды получила, заработала планшет. Выполнила все условия. Да, мы отправили планшет в Архангельскую область. Он очень долго к вам летел, потому что путь не близкий. Да, вам спасибо, и желаю, вот, чтобы этот рост был таким грандиозным, чтобы это было дело всей вашей жизни, чтобы люди, которые приходили в наши команды, видели успех ваш, достижения и понимали, что они могут делать то же самое легко. Так, следующая команда. Ребят, давайте еще раз дружно поаплодируем команде Вики, Оле Мальцевой. И следующая команда, мы передаем микрофон Ане Бубновой. Аня, готова? Лови микрофон, лови свои слайды. Ребят, приветствуем менеджера 18% Анну Бубнову бурными аплодисментами, а мы пока отдыхаем. Я рада приветствовать вас всех. И классно, что мы собрались на замечательном нашем поздравительном вечере. Лили, можешь слайд перелистнуть? Первые, кого я хочу поздравить, это наши активные менеджеры команды Анютки Бубновой, Наталья Григорьева, это я, Анна Вертей, Бубнова Анна, наш лидер, лидер нашей команды, Зуева Евгения и Бондаренко Екатерина. Все мы молодцы, постарались очень хорошо в этом 16-м каталоге. Также я хочу поздравить еще активных менеджеров, это Закирова Василя, Пугачева Валентину и Жердеву Екатерину. Девчонки, вы супер! Мы с вами еще добьемся очень-очень много высот. И на следующем слайде тоже три наших активных менеджера. Это Ничволода Екатерина. Катюшка, мы тебя ждем. Все уже, когда же ты к нам в офис еще придешь, мы тебя вживую еще раз увидим. Вот, очень все соскучились. Это Якупова Оксана и Мутасова Анютка. Все девчонки показали очень хороший результат. Да, скоро, Анют. Вот. И помимо того, что у нас очень много активных менеджеров, у нас также очень много активных консультантов. Так что, Лили, давай перейдем к следующему слайду. Они очень медленно грузятся. Это Левина Наталья сделала заказ 155 баллов.
консультант 3%, Бредихина Маргарита 150 баллов, консультант 6%, Мамченкова Анастасия 150 баллов, консультант 6%, и Коробова Зинаида 67 баллов, консультант 3%. Ура, девчонки, молодцы! И также еще у нас очень много вообще активных консультантов, так что продолжаем наши поздравляшки. Это Котова Юлия, 166 баллов, консультант 6%. Гуляева Марина, 173 балла, консультант 6%. Жукова Елена, 60 баллов, консультант 6%. Никонорова Наталья, 152 балла, консультант 3%. Девчонки, вы просто супер! Анютка вами очень сильно гордится, и ваши наставники тоже, которые вас пригласили в этот проект. Также еще хочется очень сильно 57 баллов, консультант 3%. А Мангалиева Оля, просто наша королева продаж, 210 баллов, консультант 3%. Ельчина Татьяна, 180 баллов, консультант 3%. И Андреева Анастасия, 206 баллов. Побольше нам таких консультантов, которые будут просто удивлять своими товарооборотами. Вот. Еще выделим наших трех активных консультантов. Это Юрина Наталья. К сожалению, мы фотографии не нашли, поэтому у нас тут стоит такая деловая дама. Я думаю, в скором времени мы устроим ее фотосессию. 200 баллов у нее заказ, консультант 3%. Кирюшина Анастасия, 107 баллов, консультант 3%. Да, я старалась похожую фотографию подобрать. Левицына Людмила, 150 баллов, консультант 3%. Ура! Аплодисменты в студию. Давайте поздравим, поддержим девчонок, они молодцы. Вот, и теперь у нас поздравлялки для продаж. Это Андреева Анастасия, личный заказ 206 баллов. Супер! Поставьте плюсики, смайлики, давайте поаплодируем ей. Это Амангалиева Оля, личный заказ 210 баллов. Это я, Анна Вертей, личный заказ 265 баллов. И Анна Комоцкая, правильно, слайд у меня не перелистнулся, и Анна Комоцкая, личный заказ 240 баллов. Девчонка работает в Беларуси, это международная ветка, вот, так что Анютка тоже молодец, вообще супер, мы ее прям вот отдельным слайдом выделили. Да, давай, Лиль, еще слайд листай. То я быстро говорю, а слайды медленно грузятся. Первый шаг, стартовые программы у нас прошли. Исаева Елизавета 100 баллов и Жучкова Татьяна 180 баллов. Очень хочется поздравить Жучкову Татьяну, потому что она в моей ветке, я очень ей сильно горжусь. Она сразу сделала заказ, вступила и в премьер-клуб, и вышла на 3%, и первый шаг стартовой программы прошла. Вообще супер девчонка. Ну, мы еще, я думаю, может быть, о ней поговорим попозже. Давай, Лев, следующий слайд. Девчонкам аплодисменты, куча-куча смайликов. Мы ими гордимся. Второй шаг стартовой программы прошли Андреева Анастасия, Никонорова Наталья. Вообще вы супер молодцы. Подаете шикарный пример остальным в команде. Это круто. Третий шаг стартовой программы прошла Комоцкая Анна. Поздравляем Анютку. Дошла до третьего шага, да еще с таким огромным заказом. Вообще супер. Молодец. Мы вами всеми очень сильно гордимся. Слайды прям у меня вообще. Вот, Танюшку мы выделили на отдельный слайд. Она у нас вышла на уровень 3%. Огромный заказ собрала. И скидка у нее просто потрясающая, потому что заказ большой. Она в премьер-клубе. И теперь у нее еще есть дополнительная скидка 50% на один из продуктов. Классно, и набор с украшениями, да, прям как голливудская звезда. Я просто даже не могла выбрать фотографию, потому что у Тани настолько фотографии все замечательные, даже не знала, что выбрать. И следующую девчонку, которая у нас вышла тоже на уровень 3%, мы поздравляем. Это Анастасия Шеломенцева. Она вышла на уровень 3%. То есть девчонки пришли только в этом каталоге первый раз, сразу у них уровень 3%, молодцы. Просто так держать. Это классно. Лиль, давай следующий слайд.
Фанфары, аплодисменты, смайлики, все ставим активно, поздравляем всех. А также у нас Мамченкова Анастасия вышла на уровень 6%. Супер! Вообще просто обалденная красивая девчонка. Мы тобой очень-очень-очень гордимся. И у нас очень много участников. Пресс-контроль! У нас очень много участников премьер-клуба. Это Анна Ивановна, Григорьева Наталья, Пугачева Валентина, Бондаренко, Екатерина Котова, Юлия Левицына, Наталья Левицына, Людмила, Бредихина, Маргарита, Мутасова Анна. Все, кто себя видит, ставят смайлики, аплодисментики, ставим восклицательные знаки. Это Мутасова Анна, Андреева Анастасия, Йорина Наталья, Жучкова Татьяна, Мангалиева Ольга, Зуева Евгения, Вертея Анна, Ничволода Екатерина, Никанорова Наталья, Штоменцева Анастасия, Андреева Анастасия, Ельчина Татьяна, Мамченко Анастасия. Супер вообще, так держать. И хочется вот всех настроить на успех. Успех – это не только то, что мы имеем, сколько-то, кем мы становимся в результате. Я немного, наверное, не в той интонации прочитала, но смысл всем понятен. Я желаю успехов Анютке Бубновой, всей ее команде, и как ее правая рука. Я желаю всем-всем нам и всем команд нашим огромных успехов и себе, да, и себе желаю огромных успехов на пути к нашим мечтам. Представляем команду Олеси Бахмутовой. Я теперь уж не буду подробно так разжевывать, всех я рассказала. Это активные партнеры, самые-самые, у которых есть цели. Команда Аллы Корниловой, Наташи Ляминой, уровень 9%. Посмотрите их активных менеджеров. У Светланы Гагариной команда, отдельно выделена слайдом, это люди, которые активно рекрутируют, размещают заказы, создают свои команды. Ключевые партнеры Светланы Гагариной – Катя Ососкова, Брюханова Галина и Резинская Лена. Всегда большие баллы и активно рекрутируют. Ключевые партнеры Ососковой Кати. За каталог пришло в команду 16 новичков. Молодцы! Но вы можете еще лучше. И мы поздравляем Наталью Лямину еще раз с огромным удовольствием. Наташа у нас получает премию по программе «Турборост» 1500 рублей за уровень 9%, дважды подтвержденный. Наташа, ты здесь? Давайте похлопаем, чтобы мы видели, что вы нас слышите. И тру-ту-ту-ту, еще один классный результат. Леночка Резинская, поздравляем тебя. Личных регистраций 26 человек. Лена, вот знаешь, это самый, наверное, серьезный труд – научиться рекрутировать. А следующий шаг – это научиться переводить этих людей в активных консультантов. А потом уже будешь думать, а как же их перевести теперь в ключевые партнеры, чтобы они все стали богатыми. Да, вот такой трехступенчатый этап. Да, поехали все Лену пытать, потому что, да, это она держит в секрете, что она делает. Первый заказ разместили Зинатулина Лилия, Паньков Владимир, Попова Татьяна, Сердарчук Светлана, Коцубайла Нина, Суслова Алена, Балабекова Ираида, Игнатюк Алексей. Поздравляем новичков с первым шагом. Чуть я все говорю. Поздравляем, прошла первый шаг Ряплова Юлия, спонсор Елена Резвинская. Вот такой вот результат. Да, маленький секрет. Это не маленький секретик, Лен, это огромный секретище. Королева по личным заказам. Анжела Егорова, 268 баллов. И Елена Резвинская, 102 балла. Но я знаю, что Леночка сделала не 102 балла, а гораздо больше, потому что делает заказ на себя и на дочь. А, королева Wellness, 102 балла. Все, точно. Лена, молодчина. Ты себе берешь или...
у тебя есть клиенты. Участники премьер-клуба, смотрите, 17 партнеров, которые заработали 31 290 рублей, просто потому что делают заказы от 150 баллов. Ребят, я предлагаю всем-всем рассказать, что, как, да, как вы это делаете, насколько это выгодно, чтобы у нас все партнеры были в премьер-клубе. Будет хорошо и людям, и для всей команды. И вот такой шикарный букет всем-всем-всем, да, и поздравления. И еще одна у нас команда. Как бы узнать, какая из них? Вот это, наверное. Да, угадала. Интуиция меня не подвела. Команда Алены Поповой, представит Михаил Булавцев. Итак, представляю команду Алены Поповой, нашего менеджера. 12%. Видите ее активных партнеров. И Алена поздравляет своих новых консультантов уровня 3%. Это Бусленко Юлия с личным заказом 34 балла и групповым 152 балла. Листаем дальше. Поздравляет Алена с первым заказом своих новичков. Гнатюк Алексей, 29 баллов. Активный и очень позитивный человек. Класс. Балабекова Ираида. Личный заказ 57 баллов. Живет в маленьком поселке. Настроена на работу и прохождение всех шагов. Наверное, не только шагов, но и движение, да, движение по нашей лестнице успеха. Так и надо. Суслова Алена с личным заказом 22 балла. Алена ученица 11 класса и решила активно взяться за работу, чтобы уже к окончанию школы достичь уровня директор. Классно. Представляете, заканчиваешь школу, а ты уже директор. Кацубайла Нина с личным заказом 43 балла. Отличное начало. Попова, так, участники премьер-клуба. Попова Алена, Бессонова Елена, Васин Владимир, Жилина Людмила, Акопова Евгения и Левичук Яна с такими активными большими заказами. Вот, на этом все. Все слайды у нас закончились. Ребят, никого не забыли поздравить. Давайте еще раз дружно друг другу похлопаем, поздравим. Скажите, пожалуйста, зарядились ли вы вот таким позитивом и успехом на то, чтобы дальше двигаться еще с большей скоростью, и чтобы в 17-м каталоге покорить новые ступеньки, новые горизонты, чтобы на слайдах поздравительных были не только ваши фотографии, а всей-всей-всей вашей команды. Да, мотивация супер огромная. Я вам желаю, чтобы все, что вы запланировали, все исполнилось. Мы желаем, мы желаем. А ты? Да, друзья, 17-й каталог начался суперским. Результаты прям вот так, потрясающие. Вот так вот прям начался. Давайте данный темп держать весь каталог. И наш онлайн-банкет по итогам 17-го каталога будет, ну, очень длинным, очень интересным и очень результативным. И зажигательным. Зажигательным, да. Друзья, вы знаете, я хочу вам сказать, что вот, глядя на ваши результаты, энергии становится в миллион раз больше. И я понимаю, что это просто ваш выбор. Это вы выбрали и захотели быть успешными, быть счастливыми, жить в достатке, в гармонии с собой, чтобы ваша семья была счастливая на 100%, чтобы дать своим близким, деткам и любимым людям все, что вы можете. И в нашем проекте это все возможно. Мы с Мишей это уже давно поняли, поэтому объединили свои усилия. И каждый день, вы знаете, мы с такой страстью, с таким рвением помогаем всем-всем нашим партнерам. Мы придумываем разные фишки, у нас куча идей, обсуждений. Мы хотим, чтобы вы тоже так же вот включились в это движение, чтобы вы также вот, знаете, стали вот настолько вот максимально энергичными, проросли в это, чтобы ваша энергия притягивала супер классных партнеров, чтобы вы жили Орифлеймом.
Да, Орифлейм – это стиль жизни. И сейчас мы в завершении поставим ролик, один из моих любимых. Вот он именно так и называется – Орифлейм – стиль жизни. Ну что, вперед по коням, работать, зарабатывать себе счастье и мечты. Готовьте свои фотографии для следующего онлайн-банкета. Просим вас написать пока обратную связь, что вам понравилось. А мы пока ищем ролик.